Нижегородский завод имени Петровского может запустить производство аппаратов искусственной вентиляции легких. Нижегородские предприятия также готовы увеличить производство дезинфицирующих средств, увеличить производство бесконтактных термометров, рециркуляторов, кварцевых излучателей и прочих медицинских изделий. Правительство области окажет компаниям, которые готовы в ближайшие дни увеличить или открыть производство медицинских масок, необходимую поддержку, в том числе помощь в закупке нового оборудования. Свои предложения уже представили завод «Труд», «Волга Медикал» и «Меридиан». В общей сложности они смогут производить около 100 тысяч медицинских масок в сутки. Правительство изучает возможности предприятий, поскольку в случае резкого роста заболеваемости потребность в масках возрастет. Поэтому необходимо сформировать достаточный запас. Артемий Катков, «Время новостей».